Территория диалога и океан возможностей. Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Арктический форум, самый представительный за все время проведения. В его работе примет участие Владимир Путин. А еще накануне прибыли премьеры Швеции и Норвегии, президенты Исландии и Финляндии. Причем Саули Нинистё предпочел самолету скоростной поезд, который курсирует между Петербургом и Хельсинки. Всего же на форуме будет около 3000 гостей. Политики, бизнесмены, ученые. В центре внимания новые перспективы, которые открываются в Арктике. Сегодня Арктика переживает стремительные перемены. Это прежде всего изменение климата, которые с одной стороны остаются серьезным общим вызовом, а с другой предоставляют новые возможности. Например, в деле расширения использования Северного морского пути для судоходства. Дополнительные перспективы для наращивания экономической деятельности связаны с продолжающимся развитием технологий. А возрастающий глобальный спрос на углеводороды и морепродукцию способствует модернизации инфраструктуры и притоку инвестиций.